Здравствуйте, я Дэрик Уокер, пастор Библейской церкви Оксфорда. Сегодня мы поговорим о законе о прокаженном. Иисус исцелял людей с разными болезнями, но один вид его исцеления отличается от остальных. Это исцеление проказа. Оно имеет особое значение в Слове Божьем. Библия относится к проказе иначе, нежели ко всем остальным болезням. Все потому, что проказа чаще всего символизировала грех. По этой причине чаще говорится не об исцелении проказа, а об очищении прокаженного. Словно проказа было проявлением греха. В Библии есть две главы главы 13 и 14 книги Левит, которые посвящены проказе. 13 глава адресована священникам. Если однажды у человека возникали проявления кожного заболевания, этот человек шел к священнику. 13 глава разъясняет священнику, что нужно сделать, как убедиться, что это действительно проказа, и каким образом нужно поступать с прокаженным в течение семи дней. Если проказа подтвердилась, об этом делали запись. Такому человеку велели держаться в стороне от общества. Если кто-то приблизится к нему, ему нужно было кричать «Нечист! Нечист!» потому что проказы, как и грех, заразны. Несчастные прокаженные были изгоями. 14 глава дает наставление на тот случай, если человек очистился от проказа. Он был очищен и приходил, чтобы сообщить об этом священнику. Тот, опять же, в течение недели совершал определенные действия, чтобы убедиться, что человек действительно очистился, а затем приносил несколько жертв. Значение этих жертв я объясню чуть позже. Это было очень важно. Нужно заметить, что в те времена проказа была неизлечимой болезнью, и никто и никогда не исцелялся от нее. Если помните, Елисей принимал участие в исцелении сирийца по имени Ниеман от проказа, когда тот окунулся в реку Иордан. Однако с момента появления закона ни один житель Израиля не исцелялся от проказа. Поэтому никто ни разу не вернулся к священнику, чтобы показаться и сообщить об исцелении. Евреи и священники не понимали, для чего Бог поместил в Библию 14 главу Левит, если никто и никогда не исцелялся от проказа. У них родилось учение с объяснением его фрагменты сохранились в Талмуде, что проказа была знаком Мессии. Если прокаженные начали исцеляться, значит, Мессия действительно пришел. Это называлось мессианским чудом. Всего таких чудес четыре. Вы увидите в Евангелиях, что после совершения одного из мессианских чудес, реакция людей всегда была намного более бурной, чем после обычного, скажем так, чуда. Вы увидите, что люди оживленно говорили, «Должно быть, это сын Давидов, Мессия». Иудейские лидеры тоже должны были как-то реагировать, поскольку такое чудо было доказательством, что Иисус — Мессия. Поэтому им приходилось выступать с убедительным опровержением. К примеру, первым невероятным мессианским чудом, которое совершил Иисус, было очищение прокаженного. Еще одно — это исцеление человека, слепого от рождения, в 9 главе Евангелия от Иоанна. На него была бурная реакция. Третье чудо — это изгнание беса из глухонемого в 12 главе Евангелия от Матфея. Это породило бурное обсуждение. Не одержим ли Иисус Вильзевулом, то есть сатаной? Только так иудеи могли объяснить совершение такого чуда. Четвертое мессианское чудо — это знак Ионы, то есть воскрешение человека, который три дня был мертвым, и Иисус воскресил из мертвых Лазаря, а также сам воскрес из мертвых. Иисус совершал все эти мессианские чудеса, которые, по собственному учению иудеев, были знаками Мессии. Есть причины, по которой Бог сделал исцеление проказы знаком Мессии. Проказа символизирует грех. Тем самым Бог говорит, есть только один, кто способен очистить вас от ваших грехов. Вы не можете очистить себя сами. Только Бог, только Мессия может очистить вас от ваших грехов. А вот почему остальные мессианские чудеса имеют схожую значимость. Все они — знаки того, что делает Бог. К примеру, мы были слепыми от рождения, из-за наших грехов. И только Христос может открыть наши глаза. Мы были мертвы в наших грехах. И только Христос может воскресить нас из мертвых. Таковы были мессианские чудеса, и это объясняет ту бурную реакцию, которая следовала после того, как Иисус начал их совершать. Однажды Иисус одновременно исцелил 10 прокаженных. Им всем нужно было показаться священнику в храме и сообщить, что они очищены. Священнику нужно было свериться с записями и убедиться, что человек, который действительно был прокаженным, действительно исцелен. Поговорив с человеком, священники выясняли, что его исцелял Иисус. Каждый раз звучало имя Иисуса из Назарета. Иисус сказал, что это подтверждение для священников, что Он Мессия. У тех не было извинений, и Иисус все им доказал. Давайте рассмотрим случай, когда Иисус впервые исцелил прокаженного. Он описан в пятой главе Евангелия от Луки, а также в первой главе Евангелия от Марка. Это удивительное чудо является иллюстрацией спасения. Написано: Пришел человек весь проказе. Это была не начальная стадия проказа, а полноценно развившаяся болезнь, которая приводит к смерти. Она проникает под кожные покровы ко всем органам. Этот человек был весь в проказе. У таких людей порой даже отделялись части тела. Либо они теряли чувствительность и в конечном итоге прекращали функционировать. Это смертельная болезнь, иллюстрация греха. Он разрастается. И он не только снаружи. В конечном итоге он убивает вас изнутри. Пришел человек весь в проказе, и увидев Иисуса, полниц, умоляя его и говоря, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Обратите внимание, он верил, что Иисус ⁇ Мессия. Потому что знал, что Иисус может его исцелить. Только Мессия мог очистить прокаженного. Этот человек верил, что Иисус, Мессия, Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, ⁇ Хочу, очистись ⁇ У Иисуса есть сила очистить нас от греха, и он хочет этого, слава Богу. Мне нравится этот прообраз спасения. Иисус протягивает руку, несмотря на то, что мы грешники. Он протягивает руку и касается нас. Он приобщается к нам. На кресте он приобщился к нам, когда взял на себя наш грех и нашу нечистоту. Его праведность и чистота очистили нас от наших грехов. Слава Богу! Его милосердие побудило его протянуть руку и коснуться нас. А затем он сказал, очистись! Благодаря своему труду на кресте, он очистил нас от нашего греха. Обратите внимание, что после этого Иисус, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, смотри! никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику. Не рассказывай о своем исцелении. Сначала пусть священник подтвердит его. И принеси за очищение твое, что повелел Моисей, в свидетельство им. Не то чтобы Иисус не хотел, чтобы человек свидетельствовал об этом. Он хотел, чтобы все было по правилам. Иисус хотел, чтобы человек не отвлекался а сразу пошел в храм, чтобы это было подтверждением для священника. Только после этого ему следовало пойти и объявить об этом. Но первым об этом должен узнать священник. В следующей истории, в пятой главе Евангелия от Луки, мы увидим, что все фарисеи по всему Израилю ополчились на Иисуса и решили приглядеться к нему после того, как их внимание привлек случай с исцелением прокаженного. Проказом — это символ или прообраз греха, который невозможно излечить человеческими средствами. А вот почему прокаженные отправлялись к священникам. Этот прокаженный напоминал ходячего мертвеца в разорванной одежде, с клокоченными волосами, с ртом, с закрытым тканью из-за инфекции. У него была одежда плакальщика, который шел на собственные похороны. Когда мы во грехах, мы ходим в таких же одеждах смерти. Этому человеку приходилось кричать «Нечист!» нечист, словно он был уже мертвым. Ему приходилось жить за городскими стенами, он был изгоем для храма. Грех всегда отделяет вас и от Бога, и от других людей. Это иллюстрация всех людей, которым вынесен смертный приговор. Они загнивают и разлагаются, находясь во власти греха, и не имея надежды. Проказа — это символ греха. Нам нужно понять, что мы все были прокаженными. Мы все нуждались в том, чтобы Иисус протянул руку и коснулся нас. Иначе мы были обречены на смерть и уничтожение из-за этой духовной проказы. Грех, как и проказа, заразен. Так что будьте внимательны, с кем вы сближаетесь. По этой причине написано, не впрягайтесь в одно ермо с неверными. Когда кто-то в плохом духе, он фактически кричит, «Нечист, нечист, не приближайся ко мне, потому что мое разложение, моя инфекция передастся и тебе». Сначала это проявляется внутри, в крови, а затем проявляется снаружи. Грех живет в сердце человека, а затем проявляется в словах и поступках. Он не просто лежит на поверхности. От прокаженного плохо пахло. Это медленно протекающее разложение, при котором появляются язвы и раны. Пальцы и веки разъедаются. Постепенно все тело начинает гнить и разлагаться. Если не противостать греху, например, обиде, он постепенно поглотит вас и уничтожит вашу жизнь. Когда проказа распространялась все больше, не только на коже, но и внутри организма, Человек терял чувствительность в разных частях тела. Он терял чувство боли и мог поместить руку в огонь, даже не заметив этого, поскольку ничего не ощущал. Когда грех прогрессирует, совесть тоже становится менее чувствительной. Вы становитесь бесчувственным и начинаете извинять и оправдывать свой грех. Грех перестает быть для вас грехом. Вы теряете свои моральные ориентиры. Этот процесс происходит медленно, если его не лечить. Проказа была неизлечимой. Человек не мог ее вылечить. Только Мессия мог излечить грех. Этот грех приносил стыд и разочарование. Такие люди были отрезаны от общения с другими людьми. Они уже были бесполезны. Таков результат греха. Он уничтожает человека телесно, духовно и умственно. Прокаженный — это наглядная иллюстрация всех нас, в наших грехах, которых может спасти только Мессия. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько драматическим был тот момент, когда Иисус впервые протянул руку и исцелил этого человека, полностью покрытого проказой. Теперь посмотрим, какие жертвы Бог утвердил, чтобы показать значение и способ получения исцеления человека от проказа. Это 14 глава Левит. Когда священник приносил эти жертвы, они несли в себе послание о том, как Мессия очищает нас от греха. Слава Богу! Это чудо показывает нам, подобным этому прокаженному, каким образом грешник получает спасение. Этот процесс состоит из трех этапов. Первый признать, что мы грешники. Тот человек признал, что у него проказа, которую нужно исцелить. Нам нужно признать, что мы грешники, которые нуждаются во спасении. Второй поверить, поверить, что Иисус это Христос, Мессия, Тот, кто обладает силой очистить нас, простить нас и восстановить нас. Третий этап — нам нужно прийти к Иисусу. Прокаженный в смирении пришел к Иисусу. Он упал на колени, пал на свое лицо и склонился перед Иисусом. Он признал Иисуса своим Господом. Вам нужно принять Иисуса, чтобы Иисус стал вашим Спасителем. Вам нужно признать Его своим Господом. Вы зовите к Нему о спасении. Прокаженный сказал, «Если хочешь, очисти меня». Таким образом, мы приходим к Иисусу, принимаем Его как своего Господа и призываем Его имя. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Что говорит нам эта сцена об Иисусе? Она показывает, что в нем есть любовь к отверженным, и что он хочет исцелять. Иисусом двигало сострадание, а далее его прикосновение. Все, что вам нужно, это прикосновение Иисуса. Когда Иисус протянет к вам свою руку, позвольте ему прикоснуться к вам, примите его благодать и будете восстановлены. Как только прокаженный принял прикосновение Иисуса, сила Иисуса исцелила его в одно мгновение. Когда вы приходите к Иисусу и принимаете от него, его сила очистит вас. Слава Богу! А теперь давайте поговорим о 14 главе Левит и жертвах, которые нужно было принести после исцеления от проказа. Первое, что нужно было сделать всем прокаженным, которых исцелил Иисус, — пойти. Им нужно было провести особую церемонию. Это удивительная иллюстрация искупления. Ее главный смысл в том, что Мессия очищает нас, как прокаженных, своим искуплением через крест. Здесь сказано, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить, приведут его к священнику». Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, червленную нить и сопа, прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом над живой водой. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и соп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водой, и покропит на очищаемого от проказы семь раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле». Так будет доказано, что человек действительно исцелился от проказа. Здесь есть интересное описание жертвы с двумя птицами. Одну птицу убивают, это символ Христа, который был убит за нас над глиняным сосудом над живой водой. Когда птицу убивают, проточная вода смешивается с ее кровью. Это символ Христа, который умер за нас. О чем говорит эта картина? Чтобы прокаженный обрел свободу, кто-то должен умереть вместо него. Среди этих предметов также было кедровое дерево. Оно символизирует крест. Птицу привязывали червленой нитью к дощечке из кедрового дерева. Дерево — это алтарь, а нить — это наши грехи, которые привязали Иисуса к кресту, чтобы Он умер за нас. Эту птицу убивали над глиняным сосудом. Ее кровь смешивалась с живой, то есть проточной водой, в сосуде. Это символ Святого Духа. Кровь и вода — это символ крови Господа Иисуса Христа, которая смешалась с Духом Святым. Он окропляет нас кровью Иисуса и использовали для окропления. Помните, как во время Пасхи в 12 главе книги Исход евреи собирали кровь пасхального ягненка, затем окунали и соп в эту кровь и помазывали ею косяки. И соп использовался для окропления крови. В 50-м псалме, когда Давид просил Бога о прощении грехов, он говорил «Окропи меня и сопом». Фактически он говорит «Очисти меня кровью». «Окропи меня кровью». Иссоп окунали в смесь крови с водой, а затем Окропляли живую птицу. Живая птица ⁇ это прообраз нас с вами. Христос умер за нас. Его кровь пролилась. Теперь нас окропляет Его кровью Дух Святой, когда мы верим в Него. Когда прокаженный получает исцеление, Он подобен живой птице. Вы можете летать на свободе потому что Христос умер за вас. Когда мы принимаем Христа, Дух Святой окропляет нас Его кровью. Слава Богу! А затем сказано, пустят живую птицу в поле. Эта птица улетала на волю. Слава Богу! Когда мы принимаем Христа, мы погружаемся в Него, мы окропляемся Его кровью, получаем Его Дух и летаем на свободе. Слава Богу! Была и другая церемония. Это уже 13 стих. «И заколет овна на том месте, где заколают жертву за грех и всесожжение на месте святом, ибо сия жертва повинности подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. Проказа — это грех. Вы не сможете решить проблему греха добрыми делами. Нужно приношение за грех. Священник приносил такую жертву за грех и жертву повинности. Написано, «И возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой ноги его» и на большой палец правой руки его. Это тоже прообраз спасения. Кровь, жертвы, повинности возлагали на три места, и все они символичны. Первое место — это правое ухо. Чтобы измениться, нам нужно очиститься. Ушами мы слушаем ложь врага. Первое, что нужно сделать — окропить кровью наши уши, потому что грех начинается с ушей, когда Бог открывает наши уши, мы слышим, как Он говорит нам. Это начало новых отношений. Нужно, чтобы наши уши были окроплены кровью. Первое место, которое окропляли кровью. Это непосредственно наши уши, чтобы мы могли слышать с Бога и принимать нечто священное от Бога. Кровь очищает. Кровь ⁇ это очищающий инструмент Бога. Когда мы находимся в состоянии греха, Бог желает перевести нас в состояние святости. Он хочет, чтобы мы перешли из негативного в позитивное состояние. Во-первых, кровь очищает нас от греха. Сама по себе она может привести нас в нейтральное состояние. Значит, нужен и второй шаг, но прежде всего мы должны быть очищены от греха. Итак, сначала кровь наносят на ухо, затем на большой палец руки. Это говорит о тех делах, которые мы совершаем своими руками. Наши дела тоже должны быть очищены. Наши дела уже не должны быть с мертвыми делами, но делами, совершенными в послушании Богу. Мы должны быть очищены от наших мертвых дел. А затем сказано о большом пальце ноги, наше хождение тоже должно быть очищено. Когда мы приходим к Господу, Он очищает своей кровью наши уши, чтобы мы могли слышать. Он очищает наши руки, чтобы мы могли делать Его дела. И очищает наши ноги, чтобы мы ходили в Его воле и его путями. Обратите внимание, что это не все. Далее сказано. «И возьмет священник из лога елея и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего семь раз пред лицом Господа». Елей — это символ Духа Святого, это помазание. Сначала кровь, затем елей. Сначала мы должны быть очищены от нашего греха, а затем елей Духа Святого освещает нас для Бога, делает нас святыми. Кровь переводит нас из негативного в нейтральное состояние. Затем елей переводит нас в позитив. Елей олицетворяет Божью атмосферу. Когда вы принимаете очищение ваших грехов, придите к Богу и попросите Его наполнить вас Духом Святым. Когда Бог обитает вас, вы освещаетесь. Чем больше вы позволяете Богу обладать вами и наполнять вас Святым Духом, «Тем более святыми вы становитесь, и тем больше вас ценности. Нам нужна и кровь, и елей. Нам нужно принять кровь на кресте, которая очищает нас от греха, а также елей Духа Святого, который наполняет нас и помазывает нас». Здесь сказано «Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его» на места, где кровь жертвы повинности, а остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого. Обратите внимание, что елеем помазывали те же самые места, куда наносили кровь. Это говорит о том, что в первую очередь нам нужно принять очищение кровью, а затем принять помазание елеем, силу Духа Святого и атмосферу Духа Святого. Дух Святой не может прийти туда, где прежде не побывала кровь. Когда вы приняли Христа, сначала Его кровь окропила ваш дух, только потом на вас изливается елей духа и делает вас рожденными свыше. Слава Богу! Тогда вы становитесь святыми изнутри. Аллилуйя! и кровью, и елеем прежде всего помазывали ухо для того, чтобы вы не просто были очищены от зла, но чтобы ваши уши открылись и могли слышать Слово Божие. Елей на большом пальце символизировал, что вы не просто были очищены от злых дел, теперь вы помазаны делать Дела Божьи. Елей на большом пальце ноги означал, что вы не просто очищены от злых путей. Теперь вы обрели силу ходить с Богом а в Его силе. Такова картина спасения. Прокаженный был совершенно обезображен. Однако через спасение мы были не только очищены от проказа, но и помазаны елеем Духа Святого, чтобы жить праведной жизнью. Слава Богу! Мы все были прокаженными, однако Иисус спас нас.